Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить DMC. Я, пожалуй, так буду называть эту игру. Не DMC Devil May Cry, а просто DMC. И в тот раз мы убили здорового демонюку, и он назвал нас сукиным сыном. У нас британская куртка. Я не просил тебя о помощи, ну как обычно. Че у тебя за крестик? Это для снайпера, чтобы легче целиться было? На капюшоне. Интересно, здесь сколько часов геймплея будет? Часов 15, наверное. Я из организации, известной как Орден. Эй, Орден, они же плохие, Орден тамплиеров. Я за ассасинов. Нам сообщают о нападении террористов. Инцидент произошел на пирсе Бельвью в западной части города. О, теперь еще и нас террористом обозвали. А ее босс это, наверное, тот анонимус, да? Теперь это лишь вопрос времени. Запах, вы че, блин, собаки что ли? Или волки? Кто там по запаху вычисляет? Миссия завершена, финальный счет, что-то там. Да? То есть я... Ну, я думал... Ну, окей. Эй! Ну, на таком уровне сложности, я думаю, то, что эй, это не так уж... Чтобы получить доступ к списку лидеров, нужен Steam. Ну, окей. Так. Окей, следующая миссия. Магазин. Давайте посмотрим, что у нас тут в магазине. Улучшение. Способности. Мятежник черный и белый. Мятежник это меч. Черный и белый пистолетики. Я бы улучшил, конечно. Ну, давайте посмотрим на способности. Так, двойной. Запрыгивание на врага. Не вижу особой... Особого смысла как-то запрыгивание на врага. Так, мятежник. Рубака уровень 2. То есть больше урона просто наносить будет? Или смертельный виток уровень 2? Тоже, анимация даже не меняется. Самое время. Окей. Неистовый полет. Рулетка. Что такое рулетка? В воздухе 2-2, пауза 1, да? Ну-ка. Не знаю, почему рулетка, но драйв. Вот это мне нравится. Удерживайте, затем отпустите. На земле. Ну, он не такой клевый, конечно. Вот, жало. На земле, в направлении плюс левая кнопка. Я не понимаю, что такое направление, ну ладно. Триллион ударов. Это где-то было в каком-то аниме. Или нет, я аниме не смотрю. Ну, похоже на Noob Saibot'а в Mortal Kombat'е. Такой же... Нубский герой. Я думаю, сразу можно жало прокачать. Или нет? Или думаете, черный и белый? Рикошет. Наделяет пули, выстрелы поражают соседние цели рикошетом. А, сплэш, как у Свена. Ливень. Град пуль. Обратный ливень. Наверху то же самое. Или просто увеличить урон. Ну, давайте просто увеличим урон. Ну и хватит на этом. Думаю. Прокачаем смертельный виток. Все. А можно было еще и предметы какие-нибудь купить. А, предметы за эти покупаются, да? Крест здоровья, золотая сфера, большая звезда жизни и малая звезда жизни. Не знаю, зачем они нужны. ХП резать. Обложки, бонусы, это, конечно, клево, но ладно, начать миссию. Улучшение для здоровья можно приобрести в меню предметы божественных статуй или в экране начала миссии.
На какой-то мы тачке странной, конечно, я такой не знаю даже, хотя... Может, это будущее? Хотя похоже на наше время, на самом деле. Какой граффити забавный, какой-то... И это не то, что я ожидал, ну да. Как она, какой у нее, смотрите, я даже не знаю, как это, мини-шорты. Мир спит, беспомощный и с промытыми мозгами. А мы сопротивляемся. Чему вы сопротивляетесь? Телевизор не смотрите? Мы ничего не оставляем на волю случая. Ну, значит, вам не понравился фильм «Темный рыцарь». Типа все поп-звезды демоны, ну, Бритни Спирс так точно. И Джастин Бибер. А вот на их стороне, наверное, был Майкл Джексон. Да, этот анонимус. И он предаст нас по-любому, я уверен. Чего удивительного? Братишка? Братишка. Я тебя не помню, братишка. Игрушки прибиты к полу, деревянные. Менингит. Менингит? Ему сказали, что он из-за менингита потерял память. Вергилий. Ну, мне кажется, то, что да, Вергилий это братан, если я не ошибаюсь, и про него будет DLC, то есть мы за него будем играть. Ослабить? Если мы будем работать вдвоем, я верю, что мы сможем победить их. Конечно. И не будет тогда задатка на следующую часть игры. Ну, чувак, не это. Не будь таким наивным. Глаза серые какие-то, даже не голубенькие. Он сказал что-то про дерьмо, он сказал слово «щет». Почему они не перевели слово «щет»? Дерьмовый цензурный перевод. Хочу какой-нибудь любительский перевод. Типа как был в мертвых... В живых мертвецах, то есть The Walking Dead. О, рай! Парадайз. Парадайз. Какой-то дом престарелых, по-моему. Парадайз. Внутри здания, что ли, будем? Я думал, в каком-нибудь, может, лесу, я не знаю. Или в городе. Я люблю городские пейзажи. Разрушенные города. А мы в какой-то, я не знаю, лачуге. Правда, что ли? Ему в натуре на вид лет 17, может. Ну, 18 от силы. Ты чё тут? Эй, вандалка, хуй ты пол портишь своими, блин. Местами они сталкиваются, создавая то, что мы называем разломами. И она типа эти разломы видит, да? Куриный помет? Состав приготовлен мной по старинному виканскому рецепту. Морская соль, акулий жир, железная стружка высушены, беличий. Что-то там. А как он узнал, как этим пользоваться? Сразу встал и все. Like
Оно уже в нос втюрилось. Чё скажете за глаза? Бля, чувак, как мне нравится твоя шляпа. Ты фанат Джонни Деппа, наверное. А у нее веснушки. Фу. Она как-то страшная тёлка из Перевозчика третьего. А он что, тоже медиум, то что я могу его видеть? Или нет? Это типа временное явление, да? Так, ну и чё мы тут? Души, может, какие-нибудь поосвобождаем? Это наш дом, да? Значит, я тут рос. Ну да, точно, помню, вот в этом коридоре я сидел и плакал. Когда мне не купили PlayStation 3, и мне пришлось ждать целых 10 дней, чтобы поиграть на ПК в новый Devil May Cry. Точно, точно. Как вчера все было. Почему нельзя книжную полку сломать? Книги — это знания? Типа, давайте посмотрим, что они читают. Бля, текстурки не позволяют, но... По-моему, у них у книг нету названий. Так что текстурки должны позволять. Я поставил опцию HD текстуры. Ну, чё? Ладно, покажи мне свои секреты. Обычно говорят, покажи мне свое нижнее белье, но да, для дома это будет как-то... Ну, не в смысле извращенцы говорят, покажи нижнее белье, а рыться в чужом нижнем белье, это типа как чужие секреты. Ну, вы поняли, это оборот речи. Но для дома этот оборот речи не сильно подходит. Люстра. Похоже на якорь. А вот это вот... я не знаю. Ладно, не буду шутить про глистов. Ой, кажется, я сказал уже это. Так, ну, если я сюда запрыгну, я сюда не вернусь. Давайте сначала наверх сходим. Я люблю ходить наверх. Наверх и налево. О, тёлочка, она здесь засейвит меня. И кто-то тут... Я слышу за это душу. Я кого-то должен тут освободить. Где ты есть? В этой комнате? Нет? Я слышу, как он дышит. Меня это раздражает, но... Мы должны помочь ему. Чё это за хрень? Как мне туда попасть? Непонятно. Тут надо смотреть по сторонам. Вообще, это такое подобие от типа открытого мира, но... Позволяет побегать, куда я хочу в этом доме. Интересно, а враги-то тут будут? Я никогда не понимал, почему отправляют врагов на такие вот эти... Там по 10, по 20. Их же блядская армия. Почему нельзя послать всю блядскую армию? Он же не справится с ней. Спарда. Батянька. Спарда. Без... Без морды. Батяня пользовался щитом. Чувак, щит — это не круто. Как-то... Ах ты, блядь. Я улучшил эту херню, теперь она должна... Да сколько же вас тут? Вот так вот я с ними буду... Ну, что еще? О, бабище! Или нет? А, нет, просто скелетонище. Рыцарь смерти! Так это же ДК, он. Вов есть такой класс. Он не совсем похож, он щиты не должен носить. Ах ты, бля, вонючая. Так, ну а как его... Как пробивать ему щит? Бля, не понимаю. Хоть бы обучение дали. Ну, бля, вот он тоже так умеет. Надо просто хуеву кучу дамага ему нанести, что ли? Да, видать, последний. Надо улучшать мне меч, потому что что-то я долго ему пробивал щит.
И что ты хочешь показать мне? Ну... Я вижу, здесь колонна справа светится как-то неестественно ярко по сравнению с колонной слева. И вообще, короче, что-то какое-то тут свечение. Нет, это просто так, да? Ну да, это нормальная ситуация, когда... Кто шумит? Что-то есть. Я не могу пройти туда. Бля, не могу вернуться, не могу пройти туда. Наверное, это головоломка какая-то. Когда мне уже крюки дадут, культяпки, чтобы врагов притягивать? Может, к тебе подойти? А, да, к тебе подойти. Может, красный амулет, который у меня как-то надо, я не знаю. Ну все, ты стал виномом, теперь Спайдермен твой враг. Hell yeah. У меня новая пушка. Демоническая, медленная и сильная. Теперь я смогу твой щит пробить быстрее, чмошник. Арбитр! Охренеть, демонический топор с медленными, но мощными ударами. Земля, правосудие, F, дрожь. Воздух, падение, окей. Удержите кнопки Е и левая кнопка или F, чтобы атаковать с помощью арбитра. Ну, окей. О, тут можно еще и комбинировать, наверное. Так, секунду. Вот так вот. Да, клево. Да, они заколупали. Да я пытаюсь, но зеленая сфера мгновенно восстанавливает часть здоровья Данте. О, побольше бы мне зеленых сфер. Да. Брутал. Я брутал. Или нет? Или это что-то другое, значит? Кто там? Кто-то смеется. Надеюсь, это не наша тёлка в капюшонах. В капюшоне. Но я хочу туда. А почему я не могу освободить его с помощью пистолетов? Только милишные атаки, да? Да, я справился. Вот так вот. О, еще один. Так. Я получу бонусы, значит, по завершению левела. Чё, их только этими можно, что ли? Но я не допрыгиваю. Нет, допрыгиваю, но... О, паучки. О, большой паучок. А, они, видать, просто модельки разные. А опыта дают одинаково за них. Там справа что-то... Но я думаю, то, что я не смогу ничего сделать. Не понимаю, что это... В чем роль пауков? Тут есть что-нибудь типа Википедии? Да, блядь, сбил. Ну да, в принципе, что-то я долго молчал. Би. Почему би? Я не би. Я вообще не би, я чистый натурал. Так что давайте ставьте мне N, или я обижусь. Мы. Мы с каким-то пацаном.
Нет, Данте, ты ослышался, это не твое имя на самом деле. Так, ну тут закрыто, давайте тогда пойдем сюда. Я ж тут не был еще? Вроде нет. Ну, тут, похоже, ничего путнего и нету. Увы, увы. Крушить ярко светящиеся трещины с помощью арбитра. А, окей. Ах, вот ты где, дружок. Бля, я не достал тебя. Ну, чувак, зачем ты так высоко залез? Специально, чтобы мне жизнь попортить. Детишки. А эти с помощью чего мочить? У меня, наверное, еще нету оружия, с помощью чего можно их мочить. Коса будет, я знаю, у него будет коса. Да бля, я не успеваю, он такой медленный. Да что ж ты так долго дохнешь-то? Какие-то они живучие. Ну, в принципе, понятно, они типа элитники, но... Анархик! Хули вы под кровать вдвоем лезете, эй, извращенцы. И чем вы там занимались, ты не помнишь? Впоследствии. О, мамульку надо это теперь. Маманьку. Давай. Маманька даст нам это оружие. Ангельское, да? Батяня демон. Минингит поражает людей. Это не человек, Данте. Ты животное. Ну, какие-то странные пейзажи. И как мы тут оказались, я не понял. Таблички перемещают Данте в другое измерение? Или чё? Да, конечно, забавно. Домишки кривые, как башня в Пизе, но... Ну окей, раз мы здесь, да? Ну ладно, я думаю, то, что в принципе на этом мы и закончим. И отсюда начнем следующий летсплей, так что... Да, это твой дрим, так что если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Также ждите продолжения, с вами был Сет. До свидания.